Играешь в Dota или CSGO? А ты знал, что на этом можно нехило зарабатывать? Тебе поможет dropstock.ru. Продавай игровые вещи за реальные деньги без комиссии. Покупай дешевле, чем в Steam. Зарабатывай на привлечении друзей. Заходи на dropstock.ru прямо сейчас и получай скидки. Всем привет, с вами Игорь Линк, это новый выпуск репортажей со дна, и я рад вам сообщить, что со следующего выпуска в качестве эксперимента всем, чьи фейлы мы берем выпуск, мы будем выплачивать по 228 рублей. Да, конечно, сумма небольшая, но мы хотели бы хоть как-то отблагодарить людей, которые нам помогают. Поэтому отныне, если вы присылаете нам фейл, то в конце сообщения можете указывать свой номер телефона, киви или в обмане кошелек, чтобы мы могли скинуть туда деньги в случае, если ваш фейл попадет в выпуск. Ну и давайте посмотрим, что же наприсылали нам на этот раз. И первый эпизод начинается с того, что Лич, который знал, что противники на Рошане, пришел туда и кинул чайник. Забиравшие Рошана герои стояли достаточно близко друг к другу, поэтому чайнику было где разгуляться, и в итоге они все отправились в таверну. И все бы круто, если бы не тот факт, что всех троих добил не чайник, а Рошан. Единственный персонаж, которого смог забрать сам Лич, это Морфлинг, который стоял сверху. Где-то здесь еще успел отдаться Урса, но я даже не увидел, где он находился. Ну а затем Рошан застелил у Лича еще и Фантом Лансера с Легионкой. Вот такой трипл стил в исполнении Рошана, который, в общем-то, лишил Лича ультракила. А здесь у нас Сёр Спирит решил помочь своему тиммейту и оказался в окружении четырех вражеских персонажей. Тиммейта он все-таки спас, но шансов на то, чтобы самому уйти живым у него, было не очень-то много. В итоге он оказывается на хуке у Пуджа, и нейтральные крипы в последний момент динают его. Да-да, давненько в этом шоу не было крипов-убийц. Я думаю, что более благополучно для Сёр Спирит этот момент просто не мог завершиться. Четыре вражеских персонажа, которые устроили поход в лес, решили, что раз уж Квапа от них ушла, то хотя бы Спиритом они поживятся. Но в итоге они не получили ни Квапы, ни Эрспирита. Видимо, лесные крипы оказались недовольны, что всякие спириты мимо них на хуках летают. Более того, из умершего спирита старший крип еще и двух скелетов себе намутил. Я думаю, всем, кто смотрит это видео, известна фишка с тем, чтобы выкладывать шмотки, прежде чем юзать ботл, чтобы восстановить больше маны и здоровья. Я правда не понимаю, зачем Пак выложил ПТ, переключенный на ловкость, но Баунти Хантер особо разбираться не стал и разбил все, что увидел. В итоге на 35-й минуте Пак остался с даггером, гоусептором и пустым ботлом. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что тот дополнительный запас здоровья и маны, который получил Пак, выложив эти шмотки, того не стоил. Более того, честно говоря, как по мне, это довольно странное решение выкладывать шмотки, имея в противоположной команде инвизера, которого нету на карте. Я бы очень хотел показать вам всю боль, которую излил Пак в чате, но, к сожалению, из-за того количества нецензурной лексики, которая там присутствует, мне пришлось бы закрыть весь чат большим черным прямоугольником. А следующий эпизод начинается немного нестандартно, начинается он с паузы. Паузы, которую поставил Акс, чтобы реконнектнуться. И так как это был обычный русский паблик, то противники ждать Акса особо и не стали. Все поставленные паузы, которых было штуки 4, были отжаты, и в итоге противники решили, что теперь они смогут спокойненько забрать Акса. Но они совсем забыли о том, что Акса могут контролить его союзники, и сочно обосрались, потому что отключившийся Акс сделал в итоге даблкил. При том, что его, в общем-то, даже и в игре в этот момент не было. И, кстати, да, вы не ослышались, он сделал именно даблкил, потому что Вич-доктор в это время сзади тоже отдался, правда крипам, но тем не менее килл все равно засчитали Аксу. Мораль проста, будьте вежливы, если противник попросил паузу, чтобы реконнектнуться, то не стоит ее отжимать. Ну и последний на сегодня эпизод, команда Сил Тьмы уже бьет трон Сил Света, однако Пуджу, у которого 6500 хп, кажется этого мало, и он отправляется хукнуть кого-нибудь с фонтана, но в итоге сам оказывается под этим самым фонтаном, прижатый фиссурой Шейкера, который хотел заблокировать там врагов, чтобы они не могли оттуда выйти. И несмотря на то, что Пудж все-таки не умер, комбинация, конечно, просто шикарная. Вместо того, чтобы запереть на фонтане вражеских персонажей, в итоге Шейкер запер там своего Пуджа. Правда, стоит отметить, что Винга, которая свапнулась с Пуджом, думает, что сейчас быстренько вернется под фонтан, в итоге отдала. А Баунти Хантер засейвил своего Пуджа, кинув на него Эзериал. Хотя, учитывая то, насколько этот Пудж жирный, я думаю, он и без Эзериала бы выжил. И на этом на сегодня все. Спасибо всем, кто присылал фейлы для этого выпуска, даже если они в него не попали. И если вам есть самим что прислать, то не стесняйтесь делать этого. Подробную инструкцию о том, как отправить нам момент, вы можете найти сейчас на экране или в описании к видео на YouTube. Ну и не забывайте указывать номер телефона, киви или вебмани кошелек в конце сообщения, чтобы мы могли перечислить вам денежное вознаграждение, если вдруг ваш момент попадет в выпуск. Ну и на этом я с вами прощаюсь. С вами был Игорь Линк. До встречи на дне примерно через неделю. Всем пока!